В прошлом году на развитие города направили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это размер бюджета города. Расказово успешно реализовал планы в рамках национальных проектов. Так, в ЦРБ благодаря федеральной поддержке появились аппараты УЗИ и КТ. 4 улицы города получили доступ к чистой воде. В рамках одноименного проекта там обновили сети и смонтировали станцию очистки. 96 миллионов рублей направили на дорожный ремонт. В прошлом году Рассказово успешно приняло участие в проекте, инициированном главой Тамбовской области Максимом Егоровым «Дворы Тамбовщины». В городе отремонтировали 4 двора на сумму 57 миллионов рублей. В этом же году Рассказово принимает участие в еще одном проекте «Дорога к дому». Уже готова проектно-сметная документация на сумму 39 миллионов рублей. Общественная территория в районе улиц Красноармейская и Комсомольская должна стать современным и уютным местом отдыха для тысяч жителей Рассказово. Проект предполагает пешеходную зону, велодорожки, зону отдыха и озеленение на площади в 10 тысяч квадратных метров. Улучшится в этом году и спортивная инфраструктура Рассказово. В городе, наконец, откроется физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время там смонтировано, на 18 миллионов сделано, значит, объем работы. Значит, в этом году 150 миллионов выделяется. И, значит, цель поставлена такая, чтобы его, значит, до 1 октября, значит, полностью сдать. Значит, я думаю, что он будет строиться в 2 этапа, то есть вот сейчас это строится спортивный комплекс, вот, а потом к нему пристраиваться будет бассейн. А на улице Некрасова на месте заросшего пустыря появится сквер с пешеходными дорожками, местами отдыха и системой освещения. На эти цели запланировали 14 миллионов рублей. Кроме того, в этом году в городе отремонтируют 2 детских садика, номер 3 и номер 5. Ремонтные работы коснутся и рассказовских школ. У нас национальный проект образования. Значит, мы хотим привести в порядок ремонт спортзала, вот провести в 3-й школе, это в совхозе. 3 700 000 мы получили на него деньги, и мы сделаем его в ближайшее время. Вот как только закончится образовательный процесс, и мы приступим к выполнению. На этот год в Рассказове запланированы масштабные дорожные работы. В микрорайоне Гвардейский обновят 1,5 километра дорожного покрытия на нескольких улицах. Также планируется ремонт дороги к усадьбе Асеева. Городские дороги в текущем году оборудуют дополнительными камерами и умными пешеходными переходами. Павел Юрасов, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.